Всем привет, с вами Штурм, и сегодня мы будем с вами сбивать вертолет Соло. Так, я к нему уже приготовился, вот я его уже слышу, он где-то летит, патрулирует. Сначала нам надо будет его загреть с болтовочки, ну а дальше с пулика попробуем его добить. После 166-го дев-блога, говорят, стало все жестче, и сами взрывы. Вот сейчас мы на это и посмотрим. Так, заранее я выписался со шкафа, так как если этого не сделать, он будет стрелять по дому боевыми ракетами вместо напалма. Ну и соответственно вы можете потом башню свою не собрать. Так, вот он, вижу, летит. Летит, сейчас пробуем огреть его. Опа, нам желательно ему по винтам, так больше всего урона. Так, сейчас он будет по нам стрелять. Вот этот момент лучше переждать. Вот он, когда по нам стреляет, идем, прячемся и опять выходим. Вот он сейчас пошел на ракеты. В этот момент лучше вообще спрятаться, пока вот так хотя бы. Охо-хо, хлебать мой суп. Вот это он дал жары. Так, винтами крутимся, кровотечение останавливаем. Хилимся до соточки опять. Он пошел на ракеты, это лучше прятаться. Охо-хо, вот это трясет. Отпускать, то есть агрить на себя, чтобы он не улетел. Теперь он прострелялся и сам навешивает, Мы хилимся, у нас большое кровотечение, это сейчас быстро надо бинтами перебинтоваться. Вот ракеты, стоим за стеночкой, кровотечение мы остановили. Здесь лучше не торопиться. Вот он уже зацепился. Просто как бы если мы его сейчас упустим, если он нас вольнет, как говорится, свою жертву, он улетает. Пока мы возродимся, все, соберем с себя ракеты. Эх! Сейчас точно на ракеты пошел, прячемся. Уху-ху, весело. Вот это добавили эффекта ко взрывам, конечно. Так, так вот сейчас мы его вроде как должны добить. Да нет. Так, в огонь мы не будем жевать. Иначе мы живые. Не выйдем потом. Попробуем добить. Подливый попал. На ракеты пошел, прячемся. Хилимся. Я говорил, главное не торопиться. Ты вальнул. Ой, вот
добил я его все. Ох и горит кровать. Все. Все. А так как они две в башне стоят кровати, одна ниже, соответственно, возродиться я не могу. А почему лучше кровати ставить? Ну, вот они тут рядом. У меня на этот случай есть спальничек. Но себя я, конечно, уже... Он как башню он расковырял. Вот тебе раз, сера. О, как он ее развернул все. О, молодец. Красавчик. Вот так башня наша. Вообще, конечно, по-хорошему еще... Ее пошире надо бы, конечно. Саму вертолетку. И буферить ее. Потому что, видите... Вроде как бы и напалмом, но дамажит он нехило. Блин, мне бы же как же там это... все горит, и выход горит. Вот такая оказия бывает. Так, вот одна дверь там. Попробовать пройти. Да, есть. Зашли. Так. Ну, не знаю, успею сажать. Так-то, в принципе, можно было кильнуться. И там же вот я лежу, походу. Да. Так, надо сюда эту дверь закрыть вообще, чтобы не путаться. А, тут вон даже как-то. Проветриваем после верта все. Конечно же. Так, теперь осталось себя найти. Вот он я. Быстренько собрать все. Блин, пулик выпал. Так, этот план весь скидываем. Карту зачем второй раз? Ладно. Так, ну патрон немного, конечно, осталось после верта. Соло тяжело, конечно, тяжеловато сейчас стало. Сильно они его усложнили, верт. Раньше было намного проще. Когда без ракет он был. С ракетами стало очень тяжело. Так. Самое главное это пулемет. Вот он. Все, это самое главное, что нам нужно было собрать. Вот он, верт. Ну что ж, теперь мы идем собирать заветные ящички. Что он нам принес? Да, башню, конечно, дамажит. Я не буду кругами обходить. Я вот этим лифтом супер быстрым, оп, воспользуюсь. Ну и после верта, конечно, придется нанимать ремонтную бригаду. На всякий случай пулик в руки возьмем, зарядим. Кирку я с собой не взял. После того, как соберем ящики с верта. В принципе, корпуса можно киркой поколотить. 40 МВК дает. Корпус и хвост. Плюс металл, уголь там немного. Ну, то есть как бы... Опа, горим. То есть как бы тоже есть смысл поковырять его. Вот один ящик уже. В принципе, можно сказать, не в огне. Смотрим. Навесное. Не лучший ящик, скажем так. Ну, единственное, киркой, когда, чтобы его расковырять, вертолет, нужно ждать, пока он остынет. То есть, если вы бьете киркой по вертолету, он шипит, значит, он еще не остыл. Надо ждать, пока он остынет. И тогда он начнет дамажиться и собирается. МВК, металл. Так, я собрал... Один ящик. Всего их должно быть 4. Вот второй я вижу. О, 2 сишки, 3 ракеты. Так, еще 2 ящика. Вот еще один ящик. Еще 2 сишки, 3 ракеты. Так, и остался один ящик. Но, скорее всего, там будет навесная шляпа. То есть все самое основное уже было. Вон он, ящик под вертом. Это, скорее всего, только ковырять придется. Кирку я не взял. Хотя попробуем сейчас.
Не факт, что куст конопли собрали. Так не дает. Кирку не взял. Ну, в принципе, чтобы его ковырять, все равно нужно будет ждать, чтобы он остыл. Нет, придется все-таки ковырять. А это надо идти за киркой. Киркой, чтобы сделать. У меня с собой сейчас нет ничего. Вот как раз здесь башня вся прогорела. Можно свободно. Башня, конечно, дамажит. Мимо серы вообще не могу пройти. Так, нет, здесь нет ничего. Здесь нет ничего. Придется сейчас крафтить. Так, кирыч. Ой, что я сделал? Дерево можно было не брать. Так, это на место. Заодно сейчас. Так, куда? Ну вот, патроны, наверное. Скинем вот это, да и навесное сюда же скинем все пока. Так, ну, это пока пусть будет. Кирка у нас, вертолет остывает. Так, ну а мы пока бежим к верту. Бежим. Так, вот он уже остыл. И мы видим только корпус его. Вернее, прогорел, но не факт, что он остыл. Сейчас будем пробовать. Кирка у нас готова. Вот по этому месту. Нет, шипит. Вот и хвост рядом как раз. Вот все самые лакомые кусочки здесь в кучу собрались. Бывает, раскидывает их. Приходится бегать искать. Ну, теперь только ждать. Как только он остынет, мы его сейчас доковыряем. Заберем последний ящик. И пойдем нанимать рабочих, восстанавливать башню. Башня, конечно. Я смотрю, вертолетка, он нехило поджал. Вот, началось, все, он остыл. Вот он дамажит его. Мы собираем уголь, фраги, металл выкрутим, фраги. Опа, ну у меня фраг не было, вот 105 и 20 МВК с него. Ну и тут, соответственно, вот он под ним ящик. Ого, еще две сикитые ракеты. Хороший вертолет. Хороший. Вот. Самый хвост только получается. Так. Да, конечно, вот после обновы тяжело стало сбивать верт. Особенно как вот эти ракеты. Солы, я имею в виду. Вдвоем, втроем-то еще как-то попроще. Но вот одному стало тяжко с этими ракетами. Суть в том, что если он вальнет, он улетает. Он не ждет, пока вы возродитесь, соберетесь. Хотя даже если это быстро сделать, он сразу улетает и получается. Так что вы ресы слили, башню он вам поковырял. Возможно, сам уже задымился. Осталось ему чуть-чуть. Но он вас вальнул и улетел. На этом все. Так, ну вот все, мы собрали. Вот еще, почему-то 39 где-то одной макашечку. В итоге получается у нас там 6 сих с одного верта. 9 ракет, ну и навесное. Ну плюс МВК, да. То есть как бы, ну в принципе, неплохой бонус. Ну вот, как бы на этом всем спасибо. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь.
одно из первых моё видео, поэтому посмотрим на реакцию. Если будет востребован этот сегмент, значит, будем продолжать снимать. В следующей серии могу показать, как можно дом рейдить с помощью вертолета. Ну а пока всем пока. Надеюсь, еще увидимся.